Трон Московский известен каждому православному. Святая при жизни помогала людям советом, лечила заболевания. Матрону почитают несколько раз в году. Эти даты связаны с важными моментами жизни святой. В день ее рождения, 22 ноября, совершается праздничная литургия, на которую верующие просят защиты и исцеления от болезней. 8 марта отмечает день обретения мощей Матроны Московской. 2 мая – дата кончины святой. В этот день в православных храмах также служит молебная. В эту же дату Матрона была причислена к лику святых. В эти дни многие стремятся попасть в церковь, чтобы помолиться Матроне Московской, поделиться с ней своими проблемами и получить благословение.